заглянем, наверное, да? Одинаково. Пойдемте дальше, я вам расскажу. Где же малого бизнеса денег? Ну, с учетом мы заявку не делали. Так, общая сумма на область 500 миллионов, да? В том году сколько мы взяли? 16. Ну, с учетом того, что 18 муниципальных образований, в принципе, мы идем на 6 месте. Те кабинеты, они будут оснащены рабочими местами. Мы планируем сдавать не только по кабинетам, но и по определенному рабочему месту. Это будет специализированное рабочее место, угу, на которое они будут... Ну, а насколько вы их будете сразу запускать, молодых начинающих, чуть-чуть? Ну, максимум до 33 месяцев. А что случилось? У вас такая тенденция, что все сейчас очень сильно ругают Гея. Глава администрации прямо по очереди все потеряли. Ну, Гешель не ругал Геев сегодня еще. Может так и написать. Там вопрос. Россиян говорил, Гешель Геев не ругал. Это нормально, мы были рады. Мы собирали вопрос. Друзья, у нас сегодня не просто рабочая поездка в Кингисепп. Вы знаете, что я в рамках заседания правительства принял на себя обязательство, по крайней мере, во все районные центры, во все районы приехать на отчет глав администрации района. Причем в первой части отчета, именно как простой зритель, сесть в актовый зал и послушать отчет, послушать реакцию зала. Но, естественно, в конце не могу не подвести итоги, буду обязательно сегодня тоже выступать. В Кингисеппе на самом деле в последнее время очень много делается, но и Кингисепп очень крепкий в экономическом плане района, не случайно он входит в первую тройку районов по средней заработной плате. Если средняя зарплата у нас по Ленинградской области 36 тысяч рублей, то в Кингисеппском районе она приближается к 45 тысячам рублей, то есть она действительно намного больше, чем средняя по области. Но было время, когда в Кингисеппе не было больших инвестиций, не было инвестиций в социальную сферу, сегодня мы эти долги возвращаем. Мы построили здесь Ледовый дворец, мы начали строить здесь бассейн, мы построили буквально вот в прошлом году здесь новый детский сад, здание налоговой инспекции современное здание ветеринарной инспекции. Мы сделали хороший капитальный ремонт, даже не капитальный ремонт, а реконструкцию Дома культуры. В этом году мы начинаем решать застарелую болезнь всех кингисеппцев. В ЖКХ это строить новые водочистные сооружения. Они обойдутся нам примерно в 1 000 000 000 рублей, но здесь мы рассчитываем на 300 миллионов. Это поддержка федерального бюджета, 300 с небольшим миллионов. Это средства бюджета Ленинградской области. И частный инвестор – это та компания, которая сегодня владеет кингисеппским водоканалом. Я думаю, через 2 года мы и эту самую сложную проблему Кингисеппа решим. Все-таки мы, областная власть, должны решать вопросы по-крупному. Мы не должны влезать в мелочи. Если мы будем влезать в мелочи, нас точно не хватит на все города, поселки, на все районы Ленинградской области. Поэтому даже то, что мы сегодня смотрели ряд объектов, они для нас, для областной власти, не являются крупными. Но они являются знаками. Например, наше давнее обещание, которое мы давали Русской Православной Церкви, я как в том числе губернатор, что мы обязательно в казармах бывшего, значит, конногвардейского полка, значит, восстановим полковую церковь. И вот сегодня мы смотрим этот объект, его финансируем из 3 источников. Это мы, группа Еврохим и местный бюджет. Мы посмотрели ФОК, волейбольный центр. Я еще здесь создавал первую команду администрации по игре в волейбол. И сегодня практически вместо старого ФОКа строится новый ФОК. Будет очень хороший волейбольный центр, что тоже для нас очень важно. Но еще раз хочу сказать, что у нас много объектов в Кингисеппе. Я могу еще вспомнить и школу в Пустомерже, которую мы строим, и другие объекты. Очень важно для нас, конечно, сегодня это завершить работы по дальнему углу. Это закончить строительство амбулатории Вистина. В этом году мы начинаем торги, уже в следующем месяце выберем подрядчика по строительству амбулатории в поселке Котельский. В этом году к лету мы сдадим ФОК Вистина, начнем строить ФОК в Котельском. Я уже сказал про детский сад. Услуги мы бы уже начали строить, но просто пока проект проходил экспертизу, количество, как говорится, детишек подросло. И сегодня садик уже на 140 мест нас не устраивает, поэтому мы перепроектируем его на 220 мест, но мы обязательно его начнем строить. И вот только что мы обсуждали, мы, видимо, за счет того, что у нас выпал лаг по времени, то есть мы уже не успеем освоить те деньги, которые в этом году запланировали на детский сад в услуге, в связи с тем, что мы его перепроектируем. Мы эти деньги направим и скорректируем бюджет, и, наверное, уже в начале июня проведем торги и выберем подрядчика на 350 комнат. Подведением итогов социально-экономического развития Кингисеппского муниципального района
за 2016 год и задачам на год 2017. Уважаемые участники совещания, слово для выступления об итогах социально-экономического развития Кингисеппского муниципального района в 2016 году и задачам на 2017 год представляется главе администрации Кингисеппского муниципального района Гешеле Виктору Эвадовичу. Спасибо. Добрый день всем. Уважаемый Александр Юрьевич, уважаемые участники совещания, сегодня мы подводим итоги еще одного года нашей совместной работы. Он был очень насыщенным и динамичным. Время мчится стремительно, и мы уже с головой окунулись в решение задач текущего года, который подготовил еще больше объем работы, как новой, так и продолжение уже начатой работы. Основной экономический потенциал района составляет предприятия, обрабатывающие промышленности и транспортной сферы. В 2016 году крупными и средними предприятиями района отгружено товара собственного производства, выполнено работы и услуг на сумму более 240 миллиардов рублей, что на 8,3% выше показателя 2015 года. Грузооборот морского торгового порта услуга вырос на 6,2% и составил 93,4 миллиона тонн. Сегодня порт второй по грузообороту в России. Активизировалось развитие пищеобрабатывающей промышленности района. По-прежнему большим спросом пользуется продукция предвеста, мясокомбината Нейма, рыбная продукция Ивандоровского Юникса. Вырос оборот розничной торговли, производство продукции сельского хозяйства объема платных услуг. На базе бывшего завода «Веда» запущено производство крепких алкогольных напитков. В этом году планируется увеличение мощности производства. Предприятие создало 145 новых рабочих мест. Объем инвестиций в 2016 году составил 18 миллиардов рублей, что в полтора раза превышает уровень предыдущего года. Сегодня самый крупный объект строительства – инвестиционный проект производства аммиака на территории промплощадки «Фосфорит». В порту «Услуга» проводится модернизация оборудования портовых терминалов. Из федерального бюджета продолжается финансирование строительства и развитие инфраструктуры для наращивания оборотов порта «Услуга». Строится расширяющая железная дорога, морские подходные каналы, что делает наш район привлекательным для новых инвесторов. В части бюджетного финансирования прошедший год можно назвать одним из самых удачных в исполнении бюджета района и последний, за последние три года по исполнению собственных доходных источников. Из 12 бюджетов 3 план по доходам перевыполнены. 7 исполнили в диапазоне 95-99%. Собственный бюджет района исполнен по доходам в сумме 2 миллиарда 195,3 миллиона рублей. По расходам 1 миллиард 953,2 миллиона рублей. С профицитом в размере 242,1 миллиона рублей. Расходные части бюджета, наибольшую долю из которых составили расходы на образование 60,5%. На социальную политику 17,4%. Бюджеты поселений перечислено 55,9 миллионов рублей. Это финансовая помощь за счет средств бюджета района, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20,6 миллионов рублей и целевые трансферты для софинансирования и прочих мероприятий 35,3 миллиона рублей. А теперь о бюджете города Кингисеппа. Он исполнен по доходам в сумме 473,7 миллионов рублей. По расходам в сумме 362 миллиона рублей, с профицитом в сумме 111,7 миллионов рублей. План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 103,7%. В рамках 7 федеральных и областных жилищных программ 73 семьям района предоставлены социальные выплаты на сумму более 85 миллионов рублей. В рамках 6-летнего энергосервисного контракта продолжится реализация энергосберегающих мероприятий, результатом которых стала экономия в размере 1,5 миллиона киловатт-часов. Мы делаем все возможное для модернизации муниципального загородного лагеря «Бригантина», ведем работу по привлечению средств спонсоров и инвесторов. В прошлом году общий объем дополнительных средств на укрепление материально-технической базы лагеря составил 4 миллиона рублей.
За назначение мер социальной поддержки обратилось более 27 тысяч человек, что составляет 35% населения района. Оказано свыше 43 тысяч услуг по различным мерам социальной поддержки. В прошлом году 347 человек приступило к выполнению тестов комплекса ГТО. 109 человек выполнили нормативы на знак «Отлично». Число постоянно занимающихся физкультурой и спортом по сравнению с 2015 годом, слушайтесь в эту цифру, увеличилось на 3000 человек. В прошлом году в 6-м микрорайоне открылся новый детский сад на 155 мест. Построены два многофункциональных стадиона у школы номер 3 и номер 4. После ремонта открыто здание Центра развития малого бизнеса и потребительского рынка. Выполнен ремонт спортивного зала в детско-юношеской спортивной школе «Юность». Там же продолжается реконструкция спортивных раздевалок, санузлов и тренерских комнат. Утверждена схема газоснабжения Кингисеппа, которая дает возможность получить технические условия на присоединение к сетям газораспределения. Выполнена замена запорной арматуры на магистралях водоводов, которая увеличивает надежность водоснабжения города. Завершен капитальный ремонт водопровода внутренним диаметром 200 во всем первом микрорайоне. По программе капитального ремонта заменено 7 лифтов. Продолжается работа по замене еще 17 лифтов. Ивангород. Ивангород в прошлом году был одним из основных получателей финансовой помощи из бюджетов. Это областной бюджет более 140 миллионов рублей и районный бюджет более 10 миллионов рублей. В Ивангороде за счет средств регионального бюджета продолжается строительство бассейна. В этом году «Газпром» начинает проектирование ледовой арены. Отремонтированы помещения в Ивангородской детской школе искусств в рамках реализации проекта «Единой России. Школьный спорт». В этом году будет отремонтирована спортивная площадка Ивангородской школы номер 1. Опять же, за счет региональных средств. Более 25 миллионов рублей из областного бюджета были направлены на замену участка канализационного коллектора по улице Госпитальная. Более 800 тысяч рублей из областного бюджета направлено на ремонт участка дороги в деревне Орлы. Хочу искренне поблагодарить наших жителей за их труд, активную жизненную позицию, поддержку наших планов и начинаний. Одна из главных задач на 2017 год – не снижать заданный темп нашей работы. Основные ориентиры в нашей работе – указы президента, достижения показателей в сфере образования, культуры, ЖКХ и других важнейших сферах нашей жизнедеятельности. Приоритетом остается развитие спортивной инфраструктуры. Во всех населенных пунктах большое внимание будем уделять благоустройству, внешнему облику наших деревень, центральных усадеб, городов. Будем проводить порядок дворы, продолжим ремонт дорог. Этот год вдвойне юбилей, 90 лет и Ленинградской области, и Кингисеппскому району. Этим датам будет посвящено огромное количество мероприятий во всех сферах жизнедеятельности. Как и объявлено президентом России году экологии, и объявлен губернатором Ленинградской области году истории. Уверен, работая в тесном контакте с правительством Ленинградской области, лично с губернатором, нам удастся выполнить намеченные планы и продвинуть развитие района еще на шаг вперед, чтобы создать жизнь наших граждан надежной и комфортной. На этом позвольте завершить мой доклад. Благодарю вас всех за внимание.
вопросов поступило не очень много. Как говорит наш губернатор, если вопросов к власти мало, значит все хорошо. Первый вопрос, Виктор Иванович, есть ли сведения о получении качества полученной питьевой воды? Уважаемые участники совещания, сегодня губернатор Ленинградской области работает с нами, и мы провели уже полдня рабочего, и затронули очень серьезный этот вопрос. Я бы, Виктор Иванович, если вы не раздражаете, передал этот вопрос вам. Уважаемый Виктор Иванович, начало весны, дороги в городе практически без снега, картина довольно неприглядная, образовались много ям, колейность и так далее. То есть, уважаемый кингисепцы, мне самому страшно сегодня ездить по улицам, некоторым улицам города Кингисеппа. Мы знаем прекрасно, что уже 8 лет стояла наша центральная улица, это Карла Маркса и улица Жукова. Сегодня дорожный фонд города Кингисеппа имеет какие-то возможности, они немного ограничены, но мы будем целенаправленно работать там, где явно требуется ремонт, явно нужно сделать дорогу. А что касается ям, ближайшие, как только позволят нам погодные условия, мы начнем делать ямочный ремонт, чтобы провести, ну, самое главное, это 9 мая. 9 мая, конечно, нам никак не получится отремонтировать наши центральные улицы, но сделаем ямочный ремонт, и ямочный ремонт будем делать и на других улицах. Каждую пресс-конференцию уделять внимание ответу этим вопросам. И 2017 год объявлен губернатором годом истории. Очень хочется жить в нашем городе с историческим названием Ямалка. Мы давно мечтаем об этом, и в обществе уже прошло много обсуждений на эту тему, чтобы вернуть историческое название. И здесь, Александр Ильич, конечно, хотелось бы посоветоваться с вами, как и когда правильно это сделать. За плодотворную работу, многолетний созидательный труд на благо развития и процветания района награждается Гришачев Вячеслав Леонидович. Дорогие друзья, я думаю, что это заслуга всего Совета ветеранов, это как оценка Совета ветеранов за ту работу, которую мы проводили вот до сего момента. За многолетний плодотворный труд на благо развития и процветания района, большой личный вклад в развитие системы образования награждается Симонова Людмила Дмитриевна. Дорогие кингисеппцы, спасибо за признание. Я вас всех благодарю. Благодарю, конечно, администрацию и губернатора Ленинградской области. За трудовые успехи, вклад в социально-экономическое развитие района награждается Белобородов Илья Викторович, исполнительный директор акционерного общества «Еврохим Северо-Запад». С первого дня наша компания для себя выбрала политикой социальную ориентированность для реализации нашего проекта. Ну, для меня на самом деле сегодня большая честь получить этот знак отличия, находясь на середине пути. Через полтора года я уверен, то, что вы ощутите еще больше результатов нашей работы. Президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации Ленинградской области «Клуб бокса Ринг». Сегодня мы были с Александром Ильичем на одном из объектов, детская школа, спортивная школа «Юность», наш манеж, где уже с большой уверенностью, Борис Владимирович, я говорю, что турнир бокса посвящен дню Ленинградского, дню кингисеппского города Кингисеппа и кубку губернатора, пройдет уже в новом отремонтированном здании. Дорогие земляки, сегодня мы подводим итоги 2016 года. Действительно, очень много сделано.
Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному собранию обозначил серьезные задачи и отдельным образом говорил именно о развитии муниципальных образований малых городов. И здесь надо отметить, что правительство Ленинградской области в эту реку вошло давно, когда губернатором Ленинградской области стал наш земляк Дрозденко Александр Ильич. Мы эту политику поддерживаем и продолжаем. Как видите из отчета главы администрации Кенгисеппского района, мы работаем и над спортом, мы работаем и над благоустройством городов. Здесь хотелось бы сказать низкий поклон всем руководителям, всех форм собственности, которые сегодня работают на территории города Кенгисеппа и Кенгисеппского района и вкладывают свой труд в его развитие и процветание. За большие трудовые успехи, большой вклад в развитие и процветание Кенгисеппского района награждается Бельчикова Мария Иосифовна. Награждается Викторов Владимир Николаевич, депутат Совета депутатов, муниципалитет 15. В обеспечении законности, правопорядка и безопасности награждается Ворона Александр Александрович, начальник отдела в городе Кенгисеппе, управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Награждается Байрамов Феликс Сергеевич, Кенгисеппский городской прокурор, советник юстиции. Повторю слова Людмилы Дмитриевны Симоновой, которая сказала, что когда мы вместе друг другу помогаем, когда мы сильны. Действительно, очень подробный, четкий доклад, который спасибо за проделанную работу. Нам много еще предстоит вместе с вами сделать, я повторю, именно вместе нам с вами. И успехов в следующем экономическом 17 году. Дипломом законодательного собрания награждается Плетнев Александр Васильевич. Ее электрификации Ленэнерго, вручение региональных наград, представляется губернатору Ленинградской области Дрозденко Александру Юрьевичу. Надеюсь, давайте с наград начнем. Сначала с хорошего, да, потом о разном. Большой личный вклад в развитие культуры и искусства награждается Пискарев Сергей Михайлович. Хамова Марина Евгеньевна. Дорогие друзья, земляки, сегодня, наверное, в Кенгисеппском районе проще выступать, чем в ряде районов Ленинградской области, потому что район по экономическим показателям является одним из лидеров. Ленинградская область одним из лидеров Северо-Запада, и многие цифры, которые сегодня есть в Кенгисеппском районе, они не только являются важными и знаковыми для Ленинградской области, но и для даже некоторых субъектов наших соседей. И, конечно, сегодня есть очень много вопросов, которые волнуют жителей Кенгисеппского района, они меняются. Я вспоминаю, что когда я первый раз стал главой района, это выборы в 96 году, тогда у района было жителей 5 вопросов к власти. Это дайте пенсию, дайте зарплату, обеспечьте безопасность, дайте возможность доехать до Санкт-Петербурга, пусть в домах будет тепло и горит свет. И больше вопросов к власти не было. Сегодня, конечно, вопросов уже не 5 и не 50, а, наверное, уже под 100 вопросов к власти, это абсолютно правильно. Вопросы, которые есть у кенгисеппцев, их оказалось не так много, как иногда бывает в районах Ленинградской области, но мы их разбили на несколько групп. А наиболее основные вопросы, которые сегодня задают кенгисеппцы, ивангородцы, это вопросы ЖКХ. Поставил бы на первое место сегодня, это, конечно же, качество воды в городе Кенгисепп. И этот вопрос, который мы понимаем прекрасно, что Кенгисепп сам не решит. Я сегодня уже, отвечая на вопросы журналистам, сказал, что мы должны объяснять людям, что есть разные уровни власти. Каждый уровень власти получает за свою работу зарплату, и не маленькую зарплату. Поэтому каждый уровень власти должен за свою работу и за свои полномочия отвечать за власть. Так вот, первый вопрос, который ключевой, мы должны сегодня решить в Кенгисеппе, это, конечно же, вопрос качества воды. Мы готовим конституционное соглашение, которая предусматривает финансирование в размере 850 миллионов рублей на реконструкцию водочных сооружений города Кенгисеппа и частичную перекладку водопроводных сетей. Мы ожидаем, что в первом полугодии мы
подготовим конституционное соглашение и его заключим. И до конца 2017 года мы начнем работу по финансированию данного конституционного соглашения. Срок реализации в течение 3 лет. То есть в течение 3 лет мы должны выполнить так работу, чтобы о качестве воды в Кингисеппе больше не вспоминали. Да, сумма приличная. Мы рассчитываем на 300 миллионов, это поддержка из бюджета Российской Федерации, 350 миллионов это средства, которые выделит областной бюджет, и 200 миллионов это средства инвесторов. Все эти обязательства, которые я ровно год назад давал в Владгороде, когда был в больнице, мы все эти обязательства ровно копеечка в копеечку выполним. А то, что я стараюсь выполнять свои обязательства, мы можем с вами наблюдать, вот, находясь в этом зале. Это первое обещание, которое я дал Кингисеппцу, когда стал губернатором, что я приведу городской дом культуры в порядок. Увидим в том числе. В этом месяце объявляем конкурс на начало строительства амбулатории в Котельском. И это будет серьезная амбулатория, и не дешевая. Мы запланировали ремонт детского корпуса, стационара Кингисеппской больницы и ряд других работ. Мы, еще раз говорю, вот мы сегодня в здравоохранении строим вообще по Ленинградской области столько, сколько мы не строили в годы советской власти. Достаточно активно обсуждают в сети о том, что будет ли дальше продолжаться работа по обеспечению строительства школьных, дошкольных учреждений и укреплению материально-технической базы. Я сразу хочу сказать, что у нас продолжится работа и по строительству школ. Мы строим школу сегодня Большой Пустомержи. Мы обязательно построим, это будет одна из лучших школ. Мы решили выполнить еще одно свое обязательство, которое мы вам давали. Мы в этом году начнем строительство морга. Кингисеппе, то, что тоже давно говорили, это будем делать обязательно. Мы будем строить пристройку спального корпуса на 100 мест при Советской специализированной школе-интернат. Мы с вами продолжим строительство пришкольных стадионов. Мы с вами четко понимаем, что сегодня это нужно. И мы в этом году, в апреле, сдадим ФОК на Рассоне. Мы в июне сдадим ФОК в Истино. Мы начнем строить ФОК в Коте. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Воронского. Значит, мы построим плавательный бассейн в Ивангороде. У нас нет сомнений, мы сейчас один из многих субъектов, которые закладывают бюджет не на один год. Как бы мы смотрим все-таки подальше. У нас уже бюджет спроектирован на 18, 19 и 20 год. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Мы приняли очередное решение. Мы не повышаем плату за капитальный ремонт. И в этом году мы ее оставляем прежней. Но мы очень бы хотели, чтобы те планы, которые мы наметили на 17 год, это значит, ремонт многоквартирных домов и замена лифтов, чтобы это обязательно осуществили. Как было бы хорошо, если Кингисеппский район был газифицирован. Я надеюсь, что в 2021 года мы все с вами доживем благополучно, и мы эту программу газификации Кингисеппского района завершим. Если говорить о крупнейших стройках, которые курирует непосредственно губернатор, то таких строек в Кингисеппском районе 3. Первая стройка – это строительство аммиачного производства группы компании «Еврохим». Вторая стройка – это строительство газопровода Nord Stream 2, который пройдет через Кингисеппский район. Это политическая стройка, это даже не экономическая стройка. И третья – это строительство завода по сжижению газа, который уже принято решение, точно будет строиться в портовом комплексе услуг. Это стройки, которые дадут новый имидж Кингисеппскому району. Это будет, наверное, один из самых индустриально развитых районов северо-запада Российской Федерации. И область, которая на 4-м месте, причем практически сравнялись с Санкт-Петербургом, где проживает 5,5 миллионов человек, который всегда считался вторым промышленным гигантом в России. Это, конечно же, дает нам уверенность в завтрашние дни. Мы третий год заканчиваем год бездефицитно, у нас профицитный бюджет, у нас бюджет развития, и мы обязательно. И я думаю, депутаты нас поддержат, потому что это Олег Петрович Зеваков, депутат законодательного собрания, Поварновский Дмитрий, который я очень давно знаю, депутат законодательного собрания, поддержит социальный кодекс, который мы обязательно примем в марте месяце. Это кодекс, который позволит ликвидировать бедность в Ленинградской области. Как мы это честно говорим, что у нас есть сегодня бедные люди, но мы хотим, чтобы их не было в Ленинградской области. То есть мы доведем уровень дохода любого жителя Ленинградской области минимум до потребительской корзины, независимо от того, работает человек, не работает, младенец, пожилой человек, инвалид и так далее. А дальше уже, чтобы
все остальное общество развивалось. Мы будем помогать Кингисеппу, помогать также, как и другим районам области. Оценка моей работы Кингисеппа за 2016 год, оценка на 4, на твердую четверку. Спасибо. В 2015-2016 годах правительство Ленинградской области выделило на оснащение Дома культуры 24 миллиона. Предлагаем вашему вниманию посмотреть презентацию возможностей оборудования этого зала, выполненную обществом с ограниченной ответственностью ТОКа.